Мы считаем, что сегодняшний праздник — это величайший праздник для всей планеты. И сегодня здесь у Крамской Константинопольской собрались люди со всей России. Конечно, мы знаем, что сегодня день флага Российской Федерации. Знаю. Красный — это значит красивый, синий — это я не знаю, белый — не знаю. Синий — значит свежесть, а белый — это элегантность. Мне не надо. Можно вам вопросы подадим? Мы телевидение снимаем, репортаж по пляже. Можно вам вопросы задать? На пляже? Да. Ну не на пляже я работаю, я на канал работаю. Давай. А сюда купаться пришли? Да. Подожди, я поставлю. На канал работаю, я купаться. Сейчас, подожди. Не переживай, ничего. Я не переживаю. Это же фотоаппарат, это камера. Это, дайте, гамлики передайте, пожалуйста, ладно? Что передать? Гамлики. Я не знаю, что. Павлович, гамлики. Вам пляж нравится этот? Это я тут купаться пришла. Вы что-то типа лагерь, по-моему, для купания, нет? Ну, это я же после купания, знаете, вот. Ну, а что теперь надо? Давай. А спасатели вам нужны на пляже, чтобы были? Спасатели? Нет, я мне никто не посадил. Я сама знаю. А вы алкоголь не употребляли сегодня? Нет. Нет? Я его отпускаю. Ну, все, спасибо. Все, да. Скажите, пожалуйста, какую женскую профессию вы знаете? Tātad pastāstīt, ko tu dari, un kā jums tur veicās? Jā. Veikta pārbaude, tika pārbaudīts tik gausmju ražošanas process, pārbaudītas ražošanas telpas, kā arī fasēšanas telpas, un darba zonās un vietās metāliskās skalas. Вот, покажи. Обязательно? Вот, это покажи. Это с меня имя и фамилию скажи. Твоих не знаю, извини. Да. Ты скажешь, что я дурак, я тебя башню забью. Да, я напью, смотри, вам скажи. И вот это вот, солося, да? Буду ждать. Хойтату хойтату лат тодихна бу буйлре капримон хойтата тодихна хойтан барта тендрон бут он хати нигиле кетте он барта хойтан ато хойтату дли атаплени тодихна хойтата хороп жонна пухтар хороп табалар монтаж монтаж хойтан барани спите блин бу хатодихна хойтан барта тендрон нужно вот погашать цены когда был нет новенького возьмет может тотик человек убили кто-то порадовался хорошая жизнь произошла с нами нет еще может дети порадовались ой наоборот совершенно 18,5 лет знаете какие забуду сейчас крыша едет корни рвут переходняк идет и такие бабы идут что не дай господь и как вот среди них выходить не знаешь вот это пиздец полный вот ну и кого вот это вот единственное, как его уходить, каким горючим, какими водами. Когда рожала воды, отходили прочим, или трубы освободились, а эти трубы не знают, как планировать. Я хочу найти работу. Я ищу работу, потому что я не работал. Вот. И почему я хочу. Мне надо работу искать, деньги зарабатывать, туда-сюда, рабочим стать хочу. Или на стройку пойти, или куда-нибудь пойти, работать. Вот. И туда-сюда, потом... И... По телевизору я смотрел там, внизу перед смотрел, там есть работа. Ну, я думаю, пойду схожу, узнаю, какая зарплата, подсъем, как все. Сейчас буду тут, сейчас зайду, сейчас зайду и узнаю, как всем они не могут помогти и, как сказать, и короче, туда-сюда, и слева. Туда-сюда, туда-сюда, потом, короче, туда-сюда. Александра Ивановна Бутенко, председатель совета ветеранов. Обратились люди, пожилые люди, ветераны, извини, вы поправите. Вот, там вы прошли, там работали, надо после и все. А ты, блядь, сделай. А что я сделаю? Ну и все. И все, сгорело. Примерно во сколько это все произошло? Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. То есть получается стук вот этот весь, шум разбудил вас, да? Да. А вот вы общались с семьей вот этой, ну кто здесь жил? Ну как? А чего это все такое, да? Чего? Приходилось вам загадывать желание, когда звезды падают? Ну так, ладно, чего? Приходилось ли вам загадывать желание, когда падают звезды? Да. Какие у вас звезды? Какие звезды? На небе. Да. Да нет, но звезды нет. Ну, ночью идете, падает звезда, загадывать желание. Ну, какое желание вам? Ну, как сказать-ка? Ну, вообще загадывали желание. Я не видела звезд, ничего не видела, не знаю, что такое, да. Ну, хорошо, можно еще один вопросик? Ну. А вот что вы попросили на Новый год у Деда Мороза? Ну, Деда Мороза, приду, ну, ладно, посмотрю. 23-го дали приглашение, нам это самое, ладно. На площади, да? Ладно, приду. Спасибо. Сделать ему прям воскресенье, что забрать. Знаете вообще? Да? Какая революция? Октябрьская. А вы будете отмечать этот праздник? Буду. А как? Ну, выпью, так чем. А пойдите на демонстрацию, которая будет организована в 10 часов. Пойду. Пойдите. Да. Один с друзьями или на какую-то организацию? Друзьями. Спасибо. Скажите, пожалуйста, у вас такое отличное настроение. Я вижу у вас на лице прекрасные усы. На нем поднимайте его. Сколько под названием? Близкий бай, буки, вы, мама, название Манчина. А что вы хотели бы этим парень? А я бы пенрон, бенрон, пашем, подвиска. А следует у вас такой красивый макияж, как вам удается так тенью красиво? Как вам удается так красиво накладывать тенью, скажите? Что вы меня перебиваете? Я вам, что я
Давайте, мужчина, привет. Как вас зовут? Меня зовут Евгений. Татьяна, очень приятно. Замечательно. И сегодня мы рассматриваем интересную такую тему. Чем больше женщин мы любим, тем меньше нравимся мы. Вот как, Евгений, согласны? Абсолютно полностью согласен с утверждением, да. Так. Перефразируем, ну то есть перефразируем. То есть, пацаны, если вы хотите, чтобы вам давали девочки, не любите их, и они потянутся сами. Я говорю именно по этому принципу. Ну, это вам получается какой-то жизненный опыт, да? Подсказал, как действовать по отношению к дамам. Именно. Горький, печальный жизненный опыт, и когда я был маленький, советы более старших коллег. Так, так. И вы как бы использовали, теперь вы просто гуру любви, да, просто мастер пикапа. Наверное. Просто люблю трахаться. И занимался на Северном флоте, и так было прикольно, вообще зашибись. Вот. И как бы занимался Северным флотом, и вот, и как бы там 3 года служил. Вот как бы 3 года служил, и 3 года служил, и так 3 года как бы. Какого сотрудника сейчас? 3 года, все 3 года занимался 3-годовалым этим Северным флотом. Занимался. Все, спасибо большое, хорошего дня, хорошего быть, праздник. Спасибо вам, то, что вы мне посоветовали такое это, сообщение у вас вот такое было. Спасибо вам, то, что это. Ну, если бы ты это люблю, это да. Спасибо вам, то, что большое. И это, я люблю Северный флот, и люблю я Северный флот. Спасибо вам большое. Ну, все хорошо, провести день. Милочек, скажите, пожалуйста, сегодня день рождения Валерия Георгиевича Карпина. Что можете ему пожелать? Здоровья, как обычно. И удачи. А вы за какой футболик болеете? Да я особо не болельщик. Ну, а Карпина знаете? Ну, слушай. Тренер Спартака. Ну, да. Что можете пожелать? Ну, здоровья, здоровья. Успехов, как говорится, его команде. А что думаете о российском футболе? Люблю, когда выигрывают. Ну как? Ну, плохого я не стараюсь не думать, короче, одним словом. Люблю, когда выигрывают. Приятно. Не мотивите футболиста посмотреть? Нет, нет, я не дохожу до этого, нет. Ну, можно пойду. Нет, нельзя, конечно, идите. До свидания, спасибо. До свидания. Мужики, носят короткие юбки. И нравится ли им? Короткие юбки? Ну, сейчас летом уже идет. Ну, весна, ну, когда там, как сказать, тепло такое вот. Ну, правильно же? Ну, когда холодно, они как будто ходят, а когда тепло, они там, ну, жарко не было, там, воздух был, красивый воздух, не воняли вот. Когда вот мальчики сидят, не воняли вот. А вам в чем девочки больше нравятся? Большой? Да, у меня, ну, сиськи большие, жопы большие вот такие, ну, фигурные вот хорошие. Ну, как сказать еще? Класс, красивые девушки вот такие нравятся. Не тиски мне вообще нравятся, не тиски вообще. Курите. Я не курящий, смотрю, это пачка сигарет оставляемая на после вчерашнего дня, это, забытых, как говорится, в белоках, в присутствующих сценах. Я говорю, за после вчера, говорю, лучше будет это, внимательность, говорю, уделяться, говорю, курящим людям. Чё? Подожди, ещё раз повторите, что сказать? Чё, ну пусть не повторяет, ну чё, здесь, на слово, пусть не повторяет. Ты без ножа сейчас меня застрелил, братка, без ножа застрелил! Карватул зимы. Нет, не знаю. Ну, 7 ноября вам что-то говорит? Ну, день октября. Какого октября? 7 октября. То 7 ноября, день 7 октября, так что? Нет, 7 ноября. Ну и что значит праздник октября? О чём это вам говорит? Ну праздник, не учатся все. Нерабочий день. Ну а почему не учатся? Что отмечают-то? Праздник отмечают. Ну праздник какой? 7 ноября. Ну не просто же так взяли и выбрали день 7 ноября. Что, вот что это? Что за праздник? День Октябрьской революции. Вау. А вы знаете, что сейчас официально это день примирения согласия теперь называется? А, знаю. С кем собираетесь примиряться? С друзьями, с близкими. А как будете отмечать и будете ли вообще отмечать? Я даже не знаю. Спасибо. Меня зовут Алёша. Да, и что бы вы вообще пожелали всем туликам, россиянам в этот праздник? Ну счастья, здоровья, побольше денег. И чтобы так же отмечался этот праздник, как сейчас. Спасибо. Когда придет природный газ? Хорошо?
Ну да, давайте. Так, представляетесь? Все живете? Да. Давайте начинаем. Ну давай, привет. А чего? Говорите, меня зовут так, меня зовут Павел Николаевич Сиротин, я из Лубянского сельского, так сказать, района. Ой, района, я говорю, из Кадыйского района. Сельского. Меня зовут Павел Сиротин. Я из это. Живу, проживаю сейчас в настоящее время. Лубянская сельский совет. Деревня. Меня зовут Сиротин. Еще раз. Павел Николаевич. Я Сиротин Павел Николаевич. Живу в такой-то деревне. Хочу спросить губернатора. Где живу в деревне Матвейково? Я Павел Николаевич Сиротин. Живу в деревне Матвейкове. Лубянского сельского совета. У нас нету это Матвейкова своего сельсовета. Так что, чтоб меня, если кому понадобится узнать, чтобы как я бы это. Не, давайте еще раз, только человек попрошу. Я такой-то такой-то, живу там-то. Хочу спросить губернатора, когда появится природный газ. Ну, хотел бы спросить, узнать у губернатора Кадыйского района, да? Губернатора нет, просто Костромской области. Костромской области. Когда у нас появился бы, если бы это, природный газ, нам бы всем было легче, и вам это, и про это, жителям Кадыйского района, это, деревень, привет, это. Все, спасибо большое. Обращайтесь на дорожку, правильно говорили. Вот правильно обращается к этому, к администрации постоянно. Дальше я не знаю, спасибо, одежду увидишь. Ваня, когда будет вода? Уже что-то посидеть без чего. Он сказал, через месяц, все, сейчас я не буду брать. Дай Васюха, если не подъедет. Вот зубы я нужно брать воду ящего. Где есть, я брать пить. Боже, где брать? А где вы раньше брали, Алла? Вон там, а вон там, 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 вот мы все готовим. Пока я посижу, да я растягу, и все. Так живем, да? Так не живем. Вот здесь я хлеб привозили, еще не привозили. Врача уже три дня нету. Вот я же врача еба. А они будут сходить еще приехать. Как? Вот здесь уже запас остается, уже на 2-3 дня. Потом все, опять время привозил. Как перебираться? Сейчас я же должен заниматься своим делом. Он столярничает, кабельщик работает с кабелем. Корреспондент брать интервью. Вот там лужу и про город отправить, вон там. Праздник ведь, что лужу-то снимать? Праздник. Да, блядь, не пройти, ты понимаешь, или не целову, молодой. Чего? В честь праздника-то можно это обойти, а вот уже. Куда обойти? Где дорога? После праздника уже можно и вернуться к этой теме. Ты не ладно у тебя. У тебя с головой что-то не в порядке. Ну, уже сейчас как бы небольшая вражда, меня волохом обозвали, я уже обиделся. Ну и хуй с ним. Елки нарядили, блядь, вообще пиво. Не, ну ты сам видел елки, ты что, кучи они хорошо украшены, что ли? Блядь, эти украшения вешали 20 лет назад, блядь. Вот эти флажочки гребаные, блядь, украсили их город называется. А вот эту елку ты видел, блядь? Где у нее верхушка? Верхушки вообще нету. Я сейчас хочу, зачем живу? Хуй бесочек доедаю! Елочка мне нравится! Елочка, блядь, мне нравится! Больно все приехали, подарили мне, ну кроме елки, смеются. Ну нет, вот тебе соль, теперь вы можете солью доедать. Хорошо, ты хочешь правду? Путин, знаешь что? Кто? Путин? Ну не буду говорить. Согласна с тем, что женщина это священный сосуд? Ну что, сосуд, да. Что вы думаете о словах Путина в среднем классе? Слушай, я вообще не только маньяк слушаю. Маньяк? Да. Я не маньяк, но иногда. Антонина Ивановна, вам в марте исполнилось 95 лет. Скажите, пожалуйста, а сколько в душе, на сколько лет вы себя чувствуете? Антонина Ивановна, вы меня слышите? Я с вами разговариваю. Вам исполнилось 95 лет. Вот вы чувствуете, что вам уже столько лет? Или вы чувствуете, что вы моложе в душе?